Фаршированный перец грибами в духовке – очень вкусное и насыщенное блюдо, приготовленное из самых доступных ингредиентов. Блюдо подойдет на обед или семейный ужин, обязательно приготовьте. Перед вами простой рецепт приготовления фаршированного перца грибами в духовке. Перец фаршируется жареными грибами с луком, морковью и чесноком, а затем тушится в томатном соусе примерно 35-40 минут. Блюдо подается на стол в горячем виде. Удачного приготовления! Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. Лук, чеснок и морковь измельчаем и обжариваем на растительном масле, добавляем тимьян и готовим до мягкости овощей. Добавляем порезанные шампиньоны, соль и перец, готовим, пока не испарится вся жидкость. Соединяем жареные овощи с отварным рисом и барбарисом. С перцев обрезаем верхушечку, удаляем семена, наполняем перцы начинкой и перекладываем их в форму для запекания. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Разводим томатную пасту в 200 мл кипятка, заливаем полученной смесью перец, тушим блюдо в духовке 35-40 минут. Температура 180 градусов. Приятного аппетита! Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Теперь о составе нашего блюда. Перец болгарский 6-7 штук. Рис 100 грамм отварной. Шампиньоны 200 грамм. Лук репчатый 1 штука. Морковь 1 штука. Барбарис 2-3 столовые ложек. Томатная паста 3 столовые ложки, чеснок, 2 зубчика, масло растительное, 2 столовые ложки, тимьян, 3-4 штук, веточки, соль и перец, по вкусу, зелень, по вкусу, количество порций, 3. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте палец вверх, и спасибо за просмотр. Люблю вас, друзья, жду снова.